Я приготовила кофе и вышла на улицу. И увидела такой красивый небосвод и сразу взяла свой телефон в руки. И в это время как раз еще летали шары. Они смотрелись просто нереалистично красиво на фоне заката. И это облако, подсвеченное снизу лучами, такое золотистое снизу, а сверху фиолетовое, оказалось межгалактической станцией, к которой приближаются челноки. И еще мне вспомнилась фраза из школьного учебника для запоминания радуги. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан, потому что как раз весь спектр и был на небе. И еще ощущение того, что ты не в Подмосковье находишься, а где-нибудь, наверное, в Сочи, где солнце садится за море.